Знаете, я понимаю, что у людей, у которых не сформированы душевные отношения в семье, им очень сложно выстраивать вообще где-либо отношения. Отношения у нас складываются с самого зачатия. Те дети, которые развиваются в чреве матери, и это дети, которых не желают, у них уже складываются вот такие вот отношения, что они никому не нужны, что их мама не ждет, что он нежеланный ребенок. Такое чувство такой ненужности. Знаете, такие вещи мы можем протягивать через, просто тянуть через всю свою жизнь прицепом. Ну так вот, когда ребенок формируется в чреве, у него есть определенная среда, да, где он автоматом получает заботу матери, да, ну если правильно, мы про правильные такие вот взаимоотношения, да, мать любит, кушает то, что надо, не курит, не пьет, заботится, старается не стрессовать. Для чего? Для того, чтобы ребенок формировался, да? И у ребенка определенная такая среда, такое чувство безопасности – это в чреве матери, да? Все, что нужно, он получает. Но когда ребенок рождается, это огромный стресс для него, потому что он переходит совершенно в другую плоскость. Там, где сухо, там, где светло, и еще и надо самому все делать. Я хочу провести параллель отношения с Богом. В Советском Союзе, да, когда ребенок рождался, его забирали от матери, чтобы мать на какое-то время восстановилась. Ребенок переживал определенный стресс. Но сейчас делают правильно, сейчас ложат ребенка матери на грудь для того, чтобы, ну, как бы ребенок успокоился. И ребенок успокаивается. Почему? Потому что он слышит тот же самый голос. И если отношения эти складываются неправильно, этот ребенок, он вырастает калекой, и он не может нигде построить ни с кем отношения. Почему? Потому что первые отношения у него складывается с его мамой. А если у мамы были неправильные отношения, если мама надломлена, если мама еще ребенок, если мама не сформирована, да, что она может дать своему ребенку? Да ничего хорошего. В Библии написано, да, возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него возрасти вам во спасение. Если ребенок не берет грудь, это проблема, да? И если у бывает такое, что у мамы там полной груди молока, но молоко почему-то не идет. Ее специально там расцеживают для того, чтобы молоко пошло. И это первый признак, что все хорошо. Ребенок, когда сосет, все, что нужно, он получает с материнским молоком. Все, что мама съела, да, также в духовном плане. И ребенок растет, его иммунитет укрепляется, если мать не берет на руки. Знаете, я верю, что наш Бог, Он добрый пастырь, и он пришел для того, чтобы построить отношения. Говорит, чтобы отчуждение твое убрать, чтобы убрать эту преграду между тобой и Богом. Иисус пришел на землю для того, чтобы построить отношения с людьми.